И снова мануальная декомпрессия за череп, за основание черепа. Ну, как раз вот шейные позвонки все тянем. Расслабляйся. Вот даже иногда просто при растяжении уже можно услышать, как они хрустят. Наша цель — дойти поглубже до позвоночника. Так, призналась, что было. Это было великолепно. Ну, тут боишься уже хорошо. До грудного отдела дошло, да? Да. Ну, вот, в принципе, примерно, да. А, вот отсюда даже, да? Если хочешь, можно до поясницы еще дойти, попробовать. Можно, а то все же, да? Тогда двигайся обратно. Под поясницу подложим подушку, прочитай. Так, просто ложись. Ага. И еще разок расслабляемся. Представь, что ты лежишь на пляже, белый песочек, голубое небо, нас ничто не тревожит, а мы... Вытягиваемся. Ну как? Просто. Да? Шикарно. А вы, если боитесь, то много теряете. С вами был Олег Гудвин, он настоящий волшебник, он спасает тела от пятки до судьбы.